Здравствуйте, меня зовут Борисова Александра, мне 21 год, я из города Красноярск, заканчиваю Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского, курс Андрея Ивановича Пашнина. Да, это были самые насыщенные и самые интересные 4 дня в моей жизни. Это туры, когда я поступала в театральный институт, и после этого моя жизнь поменялась. Я играю роль Евпроксеи в произведении господа Головлёвы Салтыкова-Щедрина. Играю роль Елены, а в произведении «Кинь четвёртый» написал Горин. Играю в «Прощание в июне» произведение Вампилова. Играю роль Маши. По моей внешности мне изначально давали роли лирических героинь, но на самом деле я чувствую, что я характерная. Вот таких персонажей прям охота поиграть. Вот таких ярких, выразительных. Я боюсь сороконожек. Двухвосток и сороконожек, потому что они неприятные. А так боюсь, наверное, быть нереализованной в своей профессии. Этот провал — это когда я попала в аварию в своих зрителей. Извините, пожалуйста, извините. Мне нужно через 20 минут оказаться на сцене. Вот так выходят и говорят. Ну, нам через 20 минут на вас смотреть. А Мадс Миккельсен мне очень нравится, актер. Потому что у него необычная органика. У него такие же зубы, как у меня, вовнутрь чуть-чуть. Потому что он просто потрясающий актер. Мне как-то мама просто сказала, как вы с ней похожи. Я такая, да, да, мы похожи, я тоже буду актрисой. Я сильно добрый человек, и прям рассказать на камеру. Когда попугайчик сдох. Если спросить, какая тема меня волнует по жизни, то это тема войны. Всегда, когда читаю стихи или произведения военные, я всегда в конце плачу, у меня само. Хотя это иногда не нужно плакать на сцене. Просто плачу, и все. Изменяли мне, бросали. Я поплакала, потом погрустила, потому что без какой-то опоры в жизни, с которой ты находился очень длительное время, тяжело перестраиваться и быть самостоятельной. А нужны какие-то эмоции показывать? Это легко. Володя. Володенька. У каждого свой тайный личный мир. Есть в этом мире самый лучший миг. Есть в этом мире самый страшный час. Но это все неведомо для нас. Тише, тише, сынок. Тише, 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 тише. Или ты уже мужчина? Справишься сам. Его понимает только один самый умный человек. Это я. Мы же договорились с Изей не прятаться за удочкой. Спасибо всем за внимание. Жду обратной связи. Буду рада с вами поработать.